Вы на канале Улица Москвы. И у нас сегодня юбилейный, 4000-й выпуск. Ну и мы проведем его в Парке Победы. Здесь вот танк Т-34. Трофейная немецкая техника. Здесь вход по билетам сюда, в музей. Там дальше будет еще много отечественной техники. Танки, авиации. Вот, и обелиск высотой почти 142 метра. Величественное сооружение, построенное в 1994-95 годах. 50-летию Великой Победы, этого подвига нашего народа, наших дедов и прадедов. И в честь Великой Победы здесь вот на западе Москвы был разбит парк. На месте Поклонной горы, которая была срыта. Ну и сейчас мы прогуляемся по этому парку. Мы в самом парке не были. Мы бывали у Триумфальной арки на площади Победы. Были вот со стороны станции Москва-Сортировочная. Туда, кстати, можно взглянуть на Воробьевы горы. Жилой комплекс. Хотели его давно построить. Этот мемориальный комплекс, он по площади имеет 135 гектар. Представьте себе. Вот, ну... Удалось это сделать, завершить все работы только в канун 50-летия Победы. Вот сейчас выходим в фонтаны. Прямо Георгиевская церковь. Здесь также открываются виды на Москва-Сити. Очень хорошие здесь виды, красивые. Ну и вот музей. Музей Великой Победы. Ну, там сооружается жилой комплекс Victory Park Residence. Газон в цвета российского флага. Так, идем сюда, к монументу Победы, к этому величественному обелиску. Фонтаны оставаются внизу. Кстати, отсюда здесь также вид на МГУ, высотку на Мосфильмовской. Красивые виды вдали, в долину реки Сетунь. Музей Победы. Подойдем сюда поближе к обелиску. Здесь названия разных городов, чьи жители героически сражались на фронтах Великой Отечественной. А как это в темное время светится, тоже все очень красиво.
Там дальше шумит Кутузовский проспект. На ЖК Матчпоинт, который находится прямо у железной дороги, но он за, уже получается, за железнодорожной линией. Туда вот Эдельвейс, жилой комплекс тоже. Грандиозное, конечно, сооружение. Ну, пойдем теперь в направлении станции метро Парк Победы. Там располагается главная аллея. Широкая аллея, как раз ведущая от метро к монументу. Вдали там по центру кадра виднеется Триумфальная арка. Аллею также украшают фонтаны. Сейчас как раз мы идем с запада на восток. Может, немножко на северо-восток, но не суть. Солнышко у нас все равно на западе. Поэтому оно нам как бы указывает путь. Подойдем сюда. Карельский фронт. Командующий маршал Мерецков. Есть улица также маршала Мерецкова в Москве. Ленинградский фронт. Ну, то есть это знамена каждого из фронтов. Означают вот эти вот сооружения: Прибалтийский фронт, маршал Баграмян, улица маршала Баграмяна есть в Люблино. Так, вот Георгиевская церковь. В общем, это памятные сооружения, посвященные каждому из фронтов. По правую сторону аллеи, а по левую фонтаны. Но если вы будете идти от метро Парка Победы, то
наоборот. Белорусский фронт, командующий маршал Василевский. Так, ну пойдем сейчас ближе к станции метро Парк Победы. Вот здесь вот указаны года, как 5 шагов к победе. 42-й, 43-й, 44-й, 45-й. Ну а туда получается 41-й год. Год начала Великой Отечественной войны. Как первый, наверное, самый трудный шаг. К победе в этой войне. Ну и, конечно же, благоустройство надо здесь отметить тоже. Но оно во всей Москве сегодня на высоком уровне. Ну, может, не во всей, но много где. Ну, а здесь тем более. Ну и, собственно, сама Поклонная гора, как она выглядит сейчас здесь. На День Победы, 9 мая отсюда, палят пушки. Вот они находятся прямо здесь. Здесь вот также какие-то развлечения есть. Сюда тоже заходят люди. Забираются. Кто-то просто посидеть, отдохнуть, как мы видим. Так, а вот это сооружение, насколько мне известно, касается каких-то других событий. Сейчас мы посмотрим. Так, что здесь у нас было? Все, героем Первой мировой. Вот еще тут герб Российской империи и флаг. Солдат Первой мировой войны. Ее здесь тоже не забыли. Так, ну а прямо уже площадь Победы, вход на станцию метро Парк Победы, Сталинки, района Дорогомилова. Вот такая у нас была прогулочка по Парку Победы в рамках нашего юбилейного 4000-го выпуска. Сейчас взглянем еще раз в сторону обелиска, посмотрим на него отсюда и будем завершать наш выпуск.